Сбежали попугаи. А, это не попугаи. Бежали. Путешествие можно проходить не только на конях, но и на верблюдах. И даже маленький верблюжонок, и тот уже ходит в караване. Поэтому можно осматривать, как себя ведут обезьяны. Ну так, обезьяны кайфуют полным ходом. Там у нас страусы. Тут у нас кошачьи. Ой, какие кошачьи. Бинтуронги. Сидят кошачьи медведи. Дальше мы смотрим, что там у нас. Ага, лемуры, вари. Что там, есть лемуры? Да. Прячутся? Лемуры, вари. Дальше у нас вольер с енотами. Напротив яки, карликовые коровы. И даже ламы, которые тоже будут стричься 25 апреля. Еноты что-то полоскают. Сурикаты. Сурикатируют. Капибара живет где-то здесь. Капибара. Вот вольер для медведей. Капибара. Вон капибара лежит. Вон она лежала, капибара. Вон там у нас леопарды. Тут у нас лань европейская. Кролики, курочки. Табличка, что кролики, а там сидят курочки. Вот тут разные виды голубей. И, в общем-то, это только четвертинка зоопарка, по которой мы проехались. А есть еще три четверти. До новых встреч в Мочисарайском парке «Миниатюр».